Время высоких технологий наступило в детской библиотеке Шевченковского района. Там появился компьютер, которым смогут пользоваться маленькие посетители. Об этом в нашем сюжете. Татьяна Маренко заведует детской библиотекой имени Дубинина уже 11 лет. Говорит, компьютер давно желанный подарок. Бюджет средств на его приобретение не выделяет. Поэтому обратились к народному депутату Вячеславу Богуслаеву. Во время всемирной глобализации и компьютеризации общества библиотека без компьютера, без доступа к информации в интернете, это, конечно, вчерашний день. Поэтому мы с удовольствием от имени Вячеслава Александровича сегодня, в День защиты детей, сделали этот подарок. За год эту небольшую библиотеку посещает почти 3500 детей, говорит заведующая. Компьютер дома есть не у всех, а теперь совершенно бесплатно ребенок может позаниматься в библиотеке. Для того, чтобы дети получили всестороннее образование, компьютер просто необходим в жизни каждого ребенка. Ну, мы надеемся в будущем на приобретение еще нескольких компьютеров, хотя бы еще 3. Татьяна Маренко уверена, новая техника не заменит детям книгу. По ее словам, эти 2 вещи помогут существенно расширить кругозор школьников.